день! Сегодня 5 января 2018 года. Я вам уже показывала сапоги свои. Мы их поменяли на размер меньше, но мужской, потому что, несмотря на то, что моя ножка достаточно узенькая, она во взъеме проходила, но мне было очень неудобно, мне поддавливало. И мы позвонили им, поговорили, и они нам посоветовали поменять на мужской размер, они вот здесь пошили. И девочки просили, чтобы я показала, как и с чем носят сапоги, и родственник мой очень хочет, чтобы я в его подарке в рождественском тоже куда-то вышла. И поэтому я сейчас иду встречать российское Рождество. Мы встречаем его не завтра, а сегодня, потому что в воскресенье люди хотят отдохнуть, лечь пораньше, а сегодня и выпить можно, и закусить. И я подобрала одежду в цвет уже, хотя сегодня я в этих сапогах бегала на почту, отправляла в Украину посылочку, девочка не успела в общую посылку, поддержать родственников надо, и отдельно посылку послала, так тоже бывает. И я была в этих сапогах со своими обыкновенными леггинсами, там они у меня все пёсренькие, распёсренькие. Американцы только цвет башмаков еще обращают внимание, а так носят их совсем на свете. У меня, кстати, и вторые теперь сапоги тоже есть. Я их покажу, их Женя мне отдал. У него была пара сапог, которые он покупал недавно. Два раза надел, оказалось, что они ему маловаты, и он не стал их посылать назад. Он, в отличие от меня, ничего назад не посылает. И раз мужской размер для меня годится, мужской фасон, они точно такие же, они ничем не отличаются, только вот здесь чуть-чуть пошире. Он говорит, померь мои тогда. Я померила, хорошо, хорошо, но чуть-чуть длинноватый след. И я думаю, может быть, ребеночек мой согласится их забрать, потому что ну, от таких красивых сапог не отказываются. То есть те вообще вот это из... Острич из страуса, а тем из wizard. Это будет из ящерицы. Шикарные такие, вообще шикарные, шикарные сапоги. Тем он называет их шоколадного, но они черные почти. Я покажу их потом отдельно. Даже не в покупках, а так в приобретениях. Но я подобрала джинсики вот такие вот серенькие. И рубашечку вот эту. По-моему, я ее еще не надевала. Но у нас из новых покупок. Вот так можно в школу запросто идти, прям по-американски. Может быть, я когда-то и схожу, а сейчас мы идем праздновать Рождество. Причем так смешно, женщина мне говорит, Галь, я, наверное, не пойду с тобой, потому что футбол сегодня в 5. А потом бежит, говорит, нет, там он будет в 7, я с тобой успею съездить. То есть вот так приучился со мной теперь шарашиться. Раньше со мной ездил только на Новый год и на 8 марта. Теперь любой кипиш. Мы везде едем. Из украшений я сегодня только что показала в покупках, приобретениях этого месяца вот это кольцо. Женя мне его заказал вместе с подвеской и с такими же сережками, но не было моего размера, и мы ждали 2 недели, когда оно придет. Вот оно пришло, вот такое шикарное кольцо, но сережечки я те же надевать не стала, надела вот эти рыженькие. И надела вот это рыженькое колечко, которое мне Наталья давила на другую руку. Скромно буду себя вести, хотя вот с такими красивыми кольцами. Здесь белый, сбегала к мужу, спросила, это белый сапфир. Господи, хорошо, что хоть у мужа хорошая память. Из ароматов мы сегодня будем использовать в золоте от Армани. Мы все в золоте. Вот такие золотые. Кстати, колечко у меня не в золоте, а в серебре. Хотя там вон бриллиантики маленькие. Малюсенькие тоже есть. Но в серебре, по-моему. Может быть, я вру? Какая разница? Так, все показала? Да. В дополнение к моему наряду хочу показать то, что я беру с собой. Я хочу сказать, что не все столько приносят. Это просто я уже сделала... Блинчики нафаршировала, они сейчас горячие, поэтому еще не затянутые. А меня попросили сделать шубку, она вот здесь у нас. Но раз шубу сделала, естественно, у меня и морковочка, и свеколка уже отварена, я сделала винегрету. Морковку мы нашинковали на новой терочке, проверяли, и у нас получилась морковка по-корейски. Кроме того, у меня завалялись огурцы, они грозились испортиться, и чтобы они не испортились, я их посолила в мешке, как рецепт у меня есть на этом же канале. А здесь у меня есть капустка, которая больше цветная.
Цветная и пекинская капуста. Я немножечко беру, чтобы девочки попробовали, потому что про рецепт я говорила. Ну и, естественно, бутылочка вина. Я вам говорю, что я пью разное, а муж мой рекомендует мне исключительно вот французские вина, которые он когда-то пил, тогда, когда пил. А мы сейчас все это сгружаем очень красиво и поехали праздновать. Все показала. Всем желаю наилучших праздников. А с вами была Галина Смесь. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.